О международном сотрудничестве, нюансах вступительной кампании, проходных баллах и, конечно же, специфике учебы шел активный диалог в рамках Дня открытых дверей в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. Первое в учебном году мероприятие проходило довольно насыщенно. Практически у всех стендов факультетов можно было увидеть большое количество и абитуриентов, и родителей. Хотели бы, чтобы абитуриенты имели возможность заранее ознакомиться с перечнем специальностей, которые мы будем предлагать для поступления в 2019 году, узнать о каких-то особенностях приема, познакомиться с университетом, узнать о тех возможностях, которые предоставляет университет. Конечно, мы ожидали тоже такого большого наплыва абитуриентов. София Волкова на дне открытых дверей в Пушкинском вузе не случайно. Для себя девушка твердо решила – буду педагогом. Любовь к языкам и слову привели Софию за дополнительной информацией на филологический факультет. Я считаю, что такие мероприятия, они очень полезны для будущих абитуриентов, потому что они дают возможность знакомиться с факультетами, на которые они будут поступать, а также побольше узнать о студенческой жизни, потому что здесь, как мы видим, присутствуют студенты, которые помогают нам определиться в будущем выборе. Вот, и они рассказывают нам много интересного о их факультетах. Будущий учебный год обещает быть насыщенным. Набор на 2018-2019 пройдет в соответствии с требованиями рынка труда. Будем проводить, набор на остро востребованные специальности. Возобновляем прием на ряд специальностей в связи с тем, что нужны специалисты на рынке труда. Это такие специальности, как социальная педагогика, социальная работа по направлениям социально-педагогическая деятельность, социально-психологическая деятельность, ну и также те специальности, которые востребованы на рынке труда и пользовались спросом у абитуриентов в 2018 году. Это специальность психология, туризм, гостеприимство, физическая культура, компьютерная физика и многие-многие другие специальности. Первый в учебном году день открытых дверей показал, вуз не теряет своих позиций. За знаниями в Пушкинский университет спешат мотивированные молодые люди, знающие, чего они хотят и как в выбранной сфере можно реализоваться. Следующее подобное мероприятие запланировано на весну. Подробную информацию о формате проведения и дате можно будет узнать на официальном сайте вуза. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.